Ну, то, что должно было случиться, рано или поздно случилось. Сегодня утром я, как обычно, хотел открыть сайт, чтобы посмотреть, на какой площадке я буду заниматься сегодня. Но сайт оказался недоступен. В связи с небольшими улучшениями, которые мы делали, что-то пошло не так, и сайт оказался недоступен. Поэтому я не знаю, где. Тут какие-то дома вокруг. Вот. Здесь есть турник. И я буду заниматься именно на нем. С отжиманиями здесь, конечно, все довольно плохо. Очень. Потому что за последние пару дней Москву конкретно так замело снегом. Вот, думаю делать отжимания от скамейки. Да, это очень лажово, потому что скамейка высокая, но вариантов-то нет, ребят. Вариантов-то никаких нет. Вот, так что сейчас разминаюсь. Турник, приседания, отжимания от скамейки. Как-то так сегодня будет тренировка выглядеть. Бывает. Адаптируемся к любым обстоятельствам. Так что, это же воркаут. Если у вас нет лопатки, но есть достаточно высокие ботинки, то слой за слоем ими тоже можно расчистить себе место. Вот. Да, видите? Не знаю, видно, не видно, но, короче, я себя расчистил тут так неплохо, и поэтому буду отжиматься не от скамеечки, а буду отжиматься от пола. Все нормально, все нормально. Я доволен. We'll be right back.
Ну, в общем, вот такая вышла тренировка. Где-то. Если потом смогу найти на карте, добавлю площадку базы. Ну, а так, тут что, просто турник. Святская стенка, качельки. Ничего интересного. Минус 10 на улице, но я был готов к этому, поэтому оделся. В следующий раз я буду выходить из дома только с лопаточкой. Так что снежные заносы у меня тоже будут не страшны. Вот. В общем, продолжаем игру. Увидимся завтра на новой площадке. Если еще не тренировались и собираетесь потренироваться на улице, дух воркаута вам в помощь. Пока.